Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Это вечер субботы, это значит, что пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. С вами Марианна Мирная, я и мои коллеги расскажем вам о самом важном и интересном. Первомай не обрадовал солнечной погодой, но дождь не помешал самарцам отметить этот праздник. На торжественный митинг на набережной собрались тысячи людей. Поздравить горожан с праздником приехали первые лица. Губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов. Завершился митинг красочным авиашоу. Люди завороженно смотрели в небо, где вертолеты показывали фигуры высшего пилотажа. Самарский край! На Самарской области начался торжественный митинг на набережной на сцене возле памятника основателю Самары Григорию Засекину. С приветственным словом и пожеланиями всех благ трудящимся выступил губернатор Николай Меркушкин. Первомай символизирует мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет сплоченность и солидарность трудящихся. А сегодня этот замечательный праздник – это прежде всего дань уважения к людям труда. В завершении митинга награждение лучших предприятий области. Вместо дипломов и медалей – почетные знамена за победу в конкурсе «Молодые профессионалы». Потом экскурсионная прогулка по площадкам, которые приготовили учебные заведения Самары. У педагогов детской направленности, у техников инновационные идеи. Мини-робот реагирует на движение пока только для развлечения публики, но в будущем может стать помощником человека в быту. Красивым завершением официальной части стало авиашоу. Вертолеты взмывали в дождливое небо, исполняя фигуры высшего пилотажа и пронося над Самарой российские флаги. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Улицы Самары продолжают приводить в порядок. Майские праздники – не повод расслабляться для самарских служб благоустройства. И хотя месяц генеральной уборки закончился, без дела водителям уличных пылесосов и малярам сидеть не приходится. Наводить лоск в городе будут весь май и все лето. В ближайшее время закончат с покраской дорожных ограждений, деревьев и бордюров. Как правильные цвета дорожных бортов делают жизнь проще, узнала Марина Кравцова. Казалось бы, мелочь, всего лишь бордюр. Но именно такие нюансы создают уют и аккуратный вид города. На дорогах с оживленным движением, да еще и учитывая сезонные перепады температур, обновлять краску на бортах приходится ежегодно. Легко и быстро, будто по клавишам фортепиано, валиками по бетону проходятся сотрудники МП благоустройства. Меньше часа и довольно длинная разделительная полоса на Волжском проспекте вновь в цвете. Бордюр как жизнь. Белая полоса, темная полоса, но с оптимистичным настроем. Светлые полосы в два раза длиннее, чем темные. На самом деле это не философская метафора. Такой контраст для безопасности. Окрас зебры гораздо заметнее водителям. Обновленным бортам и чистые дороги. Усердно жужжит уличный пылесос, сметает и убирает пыль на тротуарах. Это часть комплексного содержания дорог. В данный момент производится подметание тротуаров с увлажнением. Вот. Делается для того, чтобы было меньше пыли, город был чище, людям дышалось легче. Всего на вооружении муниципальных служб 28 пылесосов. Большие работают на дорогах, компактные на тротуарах и в труднодоступных местах. Чистят все районы днем и ночью. В этом году привести город в порядок успели быстрее. Опередили график на неделю, а где-то и на три. Работы, они продолжаются всегда. Это непрерывный цикл содержания автомобильных дорог города. Сейчас подводятся последние штрихи, производится докрашивание бордюрного камня, покраска деревьев. После майских праздников начнутся первые работы по покосу травы на газонах. За чистотой в Самаре следят ежедневно и во все сезоны. Летом свои особенности. Убирают и мусор, и пыль. На низком старте поливальные машины, которые мыть будут не только дороги и тротуары, но и остановки общественного транспорта. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. В преддверии Дня Победы в Самаре, конечно, чествуют ветеранов и вспоминают суровые фронтовые годы. Стихи и песни о героях Великой Отечественной, бесконечные слова благодарности подарили почетным гостям ученики 13-й школы. С Великой Победой ветеранов поздравила и Алина Чемерис. Вот я.
45-й год. На этом фото Леониду Борисовичу Зисерсону около 20. День, когда после выписки из госпиталя в Порт-Артуре его запечатлел на снимке китайский фотограф, называет вторым днем рождения. На фронт Леонид Борисович попал, когда ему не было и 17. Вместе с товарищами соврал военкому и приписал себе года. Попал на флот. Как встретил весть о победе над фашистами, помнит и сейчас. Только к мирной жизни вернулся позднее, после разгрома японской армии. Морскую пехоту мы десантом приводили на своих торпедных катерах. В Нюрнберге мы пришли, последний десант привели, но мы не знали, что последний. И вдруг объявляет война, немцы капитулировали. Обнимались, целовались, думали, что все, едем домой. Ночью подняли по тревоге и на Дальний Восток. На празднике, посвященном Дню Победы, ветераны – главные гости. Их поздравляют те, кто получил в наследство мирное небо. Связь поколений – главный подарок для защитников страны и для молодых ребят, которые сегодня благодаря им растут патриотами. Такие встречи помогают почувствовать себя гражданином, ощутить связь перемен. В семьях учеников 13-й школы есть свои герои. Память о них – большая гордость и героический пример для потомков. Когда началась война, моему дедушке было всего 14 лет, то есть также он был моим ровесником. Вот. И, конечно, я понимаю то, что если бы сейчас началась война, я бы, не знаю, они очень храбрые люди были, потому что в таком возрасте они хотели все пойти воевать, защищать свою родину. Я очень горжусь тем, что я являюсь его внучкой. Огромная гордость. Я очень горжусь своим прадедушкой. Он выучился на ветеринар, когда ушел на войну, помогал животным, лечил лошадей и также после ушел на фронт. Помогал завоевать победу нашей страны. Для моей семьи и лично для меня это огромная гордость. Акция памяти для учеников и преподавателей 13-й школы в этом году особенно значима. Ровно 10 лет школа носит имя героя Советского Союза Федора Санчирова. Он учился здесь 7 лет. Когда началась война, ушел на фронт. Во время боя его самоходка загорелась, но он продолжал стрелять, пока не сгорел вместе с экипажем. Всем звания героя присвоены посмертно. Завершился праздник возложением цветов к памятнику Федора Санчирова. А в небо взмыли воздушные шары, как символ мира и свободы. Марина Матвеевна, Алина Чемерис, Станислав Левин. События. В каждом из 9 районов Самары есть святое место, куда можно возложить цветы в память о героях. Красные гвоздики и георгиевские ленты к вечному огню возложили в парке металлургов. Кировский район, в котором он находится, образован как раз в военные годы. Его жители внесли огромный вклад в победу. Так, на заводе «Прогресс» для фронта было изготовлено почти 12 тысяч штурмовиков Ил-2. Об акции «Вспомним ваш подвиг» репортаж Валерии Макаровой. Вечный огонь появился в парке металлургов к 50-летию Великой Победы. С тех пор это стало традиционным местом возложения цветов в преддверии 9 мая. Вот я, как участник войны, в этот день вспоминаю свой короткий боевой путь. Вспоминаю, кто за танком шел со мной рядом и дошел до Берлина. Но многие мои товарищи сложили головы на поля сражения. Помним всех своих павших и чужих. Всю каждую семью ведь коснулось это, каждую семью. Так что мы благодарны, конечно, им, что мы живы до сих пор. В парке металлургов собрались несколько десятков человек. Бок о бок стоят те, кто своими глазами видел войну, и те, кто знают о ней из рассказов и учебников. Для молодого поколения такие акции особенно важны. Соприкоснуться плечом с теми, кто пережил ужасы военного времени, услышать рассказы из первых уст. Именно такие встречи помогают школьникам почувствовать себя гражданами, сформировать активную позицию. В районе достаточно серьезно работают над патриотическим воспитанием молодежи, и это показывает вот те мероприятия, которые проводятся. Мы сегодня возлагаем здесь цветы и почтим память тех, кто, соответственно, сыграл большую роль в этой великой победе. Эти школьники уже хорошо понимают, почему ветераны не могут вспоминать о войне без слез и почему каждый год они приходят к вечному огню. Почтить память умершим родственникам, друзьям. Жалко людей, которые погибали за нас, за наше будущее в Великой Отечественной войне. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.
К 9 мая в Самаре также открылись и всевозможные выставки техники, например. Пулеметная установка в 40-е годы прошлого века высотой была всего 1,20 м. За ними наши солдаты отбивались от огромных танков фашистских тигров. Увидеть воочию военную технику и прикоснуться к истории предложили самарцам участники военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину». Мальчишки с азартом запрыгивают в старинные автомобили. Выставка с мужским характером привлекает и девушек. Фото на память в семейный архив о победе в Великой Отечественной. Мужчинам интереснее винтовки и обмундирование. Я люблю всю технику, особенно военную технику. Просто как посетитель, здесь как посетитель я подошел посмотреть просто. Лежит автомат, принарядился. Все экспонаты кропотливо собирают военно-патриотический клуб. Они сражались за Родину по деревням, лесам и даже мусоркам. В умелых руках старая железяка преображается и становится символом истории Великой Отечественной войны. Додж, который стоит за моей спиной, его пригнали, даже не пригнали, а привезли в разборном виде с Забайкалья. То есть это просто валялось все это в степи. Из трех машин собрали две заново. Пополняется с тяжелом, с трудом, но вот недавно нам завод «Салют», скажем, подарил очень интересную единицу. Это миномет 82-миллиметровый, который был найден в здании Милинца рядом с домом Павлова знаменитого. Пушки, пулеметы, машины, автоматы, гранаты. Выставка изобилует военными экспонатами. Во время Великой Отечественной войны над лесами Белоруссии пролетал наш самолет Ил-2, который сбили фашисты. Белорусские партизаны, недолго думая, нашли этот самолет и разобрали. Нашли пулемет, который остался в рабочем состоянии. И собрали вот такое настоящее партизанское орудие. Увидеть и потрогать уникальные экспонаты можно до 7 мая, после чего техника отправится готовиться к параду, который пройдет в День Победы. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Редкие документы времен Второй мировой показали в областном госархиве социально-политической истории. Здесь открылась выставка «Повседневная жизнь жителей Куйбышева в годы Великой Отечественной войны». Экспонатами стали архивные фотографии, предметы быта, письма с фронта. И в том числе документы, которые долгие годы скрывали под грифом «Секретно». В этом небольшом листочке бумаги буквально вся жизнь, ведь потеря продуктовой карточки в годы Великой Отечественной войны приравнивалась к смерти. Как жил Куйбышев в военные 40-е, рассказывает выставка в Госархиве социально-политической истории. Радиоприемник, в звуке которого выслушивались миллионы советских людей. Письма с фронта, которых так ждали в каждой семье. Все это подлинники, свидетели тех лет. А сегодня экспонаты. Да вы знаете, вот гляжу, глядел, вернее, все знакомо, все пережили. А кому было легко тогда? О том, что началась война, в стране узнали 22 июня 1941 года. Вот под стеклом текст исторического выступления Молотова. В нем он официально сообщил советскому народу о нападении Германии на Советский Союз. Документы от 41 до 45. Ряд документов, которые сегодня может увидеть любой желающий, до недавнего времени хранились под грифом «Секретно». Это справки и докладные записки о жизни запасной столицы, о снабжении продуктами, расселении эвакуированных и настроениях в городе. Тут же у нас документы о том, что население должно было сдавать радиоприемники. Радиоприемники не позволялись. Ну и также документы о настроениях куйбышевцев и эвакуированных. Выставка в Государственном архиве будет работать до 30 июня с 10 до 16 часов. Для всех посетителей обещают проводить обзорные экскурсии. Олег Зверев, Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. История от первого лица. Заслуженный строитель России Виталий Симонов рассказал молодежи о том, как появилась улица Старозагора. В этом году она отмечает полувековой юбилей. Свой вопрос строителю задала и Валерия Макарова. Всю жизнь отдал строительству, рассказывает Виталий Алексеевич Симонов. 36 лет он отработал в Самарском тресте номер 11. Его специалисты построили всю промышленную Безымянку и новый город от улицы Полевой до Алма-Атинской. Старозагора тоже их детище. В ее строительстве участвовал и Виталий Алексеевич. Самый близкий, родной, любимый, конечно, кинотеатр «Шибко», потому что это судьба строительства этого объекта связана с целым рядом там, интересных событий. И, конечно, это был самый крупнейший на 1000 мест кинотеатр в Куйбышевской в то время области. Побывать строителю удалось и на Болгарской горе Шибко, где проходили кровавые сражения с турками. Своими воспоминаниями он поделился с волонтерами. Эти ребята будут помогать на праздниках в честь юбилея улицы Старозагора. Недавно экскурсию по ней для волонтеров провел известный историк Глеб Алексушин. Так что теперь историю улицы они знают от и до. Я живу на улице Старозагора уже больше 10 лет.
И когда я вот была на экскурсии, я посмотрела на эту улицу вообще с другой стороны. И сегодня я ожидаю такого же эффекта от этой встречи. Число волонтеров символично – 50. Столько же лет исполняется улице Старозагора. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События. Российско-болгарская дружба для многих людей не пустые слова. Роман о самарском знамени написал Алексей Солоницын. Произведение уже опубликовано в журнале «Русское эхо» и получает положительные отзывы. О чем эта книга и сколько времени понадобилось автору, чтобы изучить обширный исторический материал, узнавала Лариса Шалафаст. Над новым романом Алексей Алексеевич работал больше 2 лет, перечитал все исторические книги, где рассказывается о турецкой войне и самарском знамени. Герой романа, молодой журналист, попадает на войну и становится очевидцем событий тех лет. В этом произведении много личного, признается автор. Прадед писателя Иван Солоницын был на той войне и погиб в бою за Шибку. А вдохновением для любовной истории в романе послужила переписка старшего брата писателя, знаменитого актера Анатолия Солоницына, с болгарской актрисой Албеной. Эти письма послужили мне тоже основой какой-то части романа, когда между ними идет переписка, она становится санитаркой в нашем военном госпитале. Болгарское восстание началось в 1876 году. Болгары, находившиеся под турецким игом, решили освободиться из-под гнета. Россия выступила в поддержку братьев-славян. Особое место в книге отведено истории военных действий и символу мира и дружбы – самарскому знамени, вышитому монахинями Иверского монастыря, которое Петр Алабин передал знаменной роте болгарского ополчения. Болгары сражались с ним в битвах за Старозагору, Новозагору и Шибку. Роман получился к дате, получился очень современным. Да это вообще вечная тема, по-моему, потому что эти движения души, этот порыв, эта устремленность человека к чему-то высшему, горнему, когда евангельский завет: нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя, он в русском сердце является основополагающим. Он и движет нашими духовными силами, и потому русский народ непобедим. Роман самарского писателя опубликован в журнале «Русское эхо». Автор планирует в следующем году издать его отдельной книгой. Алексей Алексеевич мечтает, что когда-нибудь его книгу прочтут и в Болгарии. «Коль голос мне Бог Господом дан, чтоб слово мое прозвучало, как прадеда барабан». Лариса Шалафаст, Дмитрий Мешканцов. События. В каком году началась Великая Отечественная война? Сколько дней длилась блокада Ленинграда? И какие страны были союзниками СССР? Ответы на эти вопросы искали самарские школьники и студенты. В загородном парке прошел исторический квест «За мной Россия». В чем суть патриотической игры, узнавала Лариса Шалафаст. При Рейне объединили. Ну, наших с Не объединение, а встреча. На Эльбе, а в городе Старгард. До старта считанные минуты. Участники квеста штудируют энциклопедию. Имена полководцев, даты самых важных сражений. Пригодится может все. Для студентов это не только хорошая возможность интересно провести время, но и проверить свои знания по истории. Во-первых, мне интересно, наверное, как историку в первую очередь, потому что я планирую потом дальше пойти обучать детей. А, наверное, во-вторых, это на дань памяти, наверное, то, что мы должны помнить этот подвиг, который совершили наши прадеды. Исторический квест «За мной Россия» приурочен к 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Такие акции важны. Они помогают молодому поколению сформировать активную гражданскую позицию. В игровой форме больше узнать о подвиге своих предков, проникнуться чувством патриотизма. Познавательную акцию организует Всероссийское движение школьников и студентов. Она проходит в 45 городах страны. В квесте принимают участие 8 команд. У каждой есть карта местности, где указаны пункты назначения. Ребята должны быстрее всех добраться до места и верно ответить на все вопросы. А задание может быть вопрос-загадка, задание какое-то выполнение квест-игры. Победители патриотической акции получат туристическую поездку в один из городов-героев. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. А вот самарские ученики музыкальной школы вернулись из не менее интересной поездки. Из Франции с триумфом. Привезли медали с международного фестиваля детского и юношеского творчества «Роза ветров». Чем удивили французов самарские музыканты, расскажет Марина Матвейшина.
5 дней поездки во Францию, а впечатлений на годы вперед. В Самару с триумфом возвращаются учащиеся детской музыкальной школы. Ребята представляли страну и родной город на международном фестивале детского и юношеского творчества «Рост ветров». В конкурсе принимали участие юные музыканты из разных стран. Но самарцы поразили и публику, и строжайшее жюри фестиваля своей виртуозной и очень искренней игрой. Оркестр русских народных инструментов «Самоцветы» получил гран-при. Мне понравилось выступать там, мне понравились люди вообще, познакомиться с ними, поговорить вживую. Мы жили в семьях с людьми, и у кого-то были дети. У нас была встреча русско-французской молодежи, мы учили их песни, они учили наши песни. Мы изучали как бы друг друга языки. Фестивальная программа не ограничивалась концертами и выступлениями. Ребята вместе с педагогами познакомились с достопримечательностями всех городов на пути следования во Францию и обратно. Много городов, столько впечатлений. Дрезден, Варшава, Вроцлав, Париж. У нас каждый день столько впечатлений, что мы устали уже удивляться под конец. Полные сил и эмоции ребята обещают и впредь играть так, чтобы о самарских музыкантах услышал весь мир. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События». Не только юным музыкантам, но и молодым актерам есть чем гордиться. В Самаре прошел фестиваль «Созвездие». На сцену вышли особые актеры с различными видами инвалидности. Свои постановки представили творческие коллективы из Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. Каждый из них уникален по-своему. Об особом искусстве репортаж Валерии Макаровой. В гримерке необычная актриса, овчарка по имени Фанхилхаус Ханна. Сегодня она выйдет на сцену в постановке театра «Мирок» – театра родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Общение с собаками как реабилитация. Ученые называют это канистерапией. Повышается самооценка, дети начинают контролировать свое поведение, начинают следить за своим телом, да, то есть вырабатываются навыки уверенного поведения. Фестиваль «Созвездие» собрал больше 70 юных актеров с различными формами инвалидности. Театральное искусство, считают организаторы, позволяет наиболее полно раскрыть возможности людей с, казалось бы, ограниченными возможностями. Для ребенка это определенная школа. Выйти на сцену, показать себя в новой роли, выполнить всю ту задачу, которую ставит режиссер. Получить аплодисменты, увидеть глаза мамы, которая сидит в зале, и гордиться, что ее ребенок может гораздо больше, чем она предполагала. Здесь нет призеров и проигравших. Для многих из этих ребят просто выйти на сцену – уже победа. Есть ребята, которые просто боялись выходить из дома, теперь они выходят из дома. Есть ребята, которые просто боялись общения с людьми, теперь они не боятся этого общения. Такой фестиваль в Самаре проходит уже второй раз, и по сравнению с прошлым годом участников стало больше. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Трамваи для спортивных фанатов. В Самаре появился трамвай, украшенный фотографиями известных спортсменов. Его запустили на маршрут в день основания Центрального спортивного клуба армии. Чьи лица украсили транспорт, одной из первых увидела Юлия Север. Ими гордится Самара, их должен знать каждый. Фотографии лучших спортсменов ЦСКА теперь красуются на бортах городского трамвая. С одной стороны, уже прославленные спортсмены, победители Олимпиад и чемпионатов мира. С другой, молодые самарские армейцы, подающие большие надежды. Беря пример вот с этих ребят, с этих людей, я думаю, наши ребятишки, да и просто жители города, начнут просто активно заниматься спортом. Кто-то из них станет олимпийским чемпионом, кто-то чемпионом мира. Поэтому такие акции, если мы будем проводить как можно чаще и как можно больше, я считаю, что жить станет легче. Очень много армейцев, спортсменов Самары, которые прославляют наш город. Но мы еще преследовали цель как военно-патриотическое воспитание. История Самары и история ЦСКА связаны очень давно. Если клуб создан был в 23-м году в Москве, то буквально в 24-м году в Самаре при окружном доме офицеров была создана спортивная секция. Чемпиона по плаванию Александра Кудашева новость о том, что его фотография будет украшать спортивный трамвай, сильно удивила. Но скромничать не захотел. Стать лицом транспортного средства согласился, не раздумывая. Если бы я был обычным человеком и увидел вот на трамвае таких ребят, как мы, во-первых, я был горд, что в Самарской области есть такие люди, которые чего-то уже достигли в своей жизни.
если бы я даже был человеком, ну, молодым, такой лет 30, например, я бы обязательно своего ребенка отдал в спорт. Символично, что трамвай, украшенный фотографиями спортсменов ЦСКА, вышел на маршрут в день основания армейского клуба. Покататься на нем смогут все, кому по пути 18-й маршрут. Юлия Север, Станислав Левин. События. Короткая рабочая неделя запомнилась нам именно такое. Я желаю вам приятных выходных и помните, что политика в жизни не главное. До встречи!